Был же небольшой инцидент на генеральной репетиции, потому что техника настолько совершенна, что к ней просто человек должен привыкнуть. И это не техника подвела, а вот связь между техникой и человеком вдруг была в какой-то момент нарушена. Не ту кнопку нажали, как говорится. Но, и запарковали «Армату» на Красной площади. Ну, когда, слушайте, если «Армату»... Если «Армату» поставить на горный тормоз, ее, извините, ядерный взрыв не сдвинет с места. Это же серьезный русский танк. Значит, в целом, хочу сказать... Потом приехал специалист. Да, приехал специалист, завел и уехал. Да. Значит, на самом деле, вся техника, которая была на параде, либо та, которая... Либо это была техника, либо та, которая несколько лет тому назад буквально пришла в войска, либо совершенно новые образцы, такие как боевые платформы «Армата», «Курганец», «Бумеранг». Причем, ведь что такое «Армат»? Это не танк. Это как «Лего». Да? Это танк, который превращается в тяжелую БМП или в инженерную машину. У него примерно 30 самых разных модификаций на базе одной боевой платформы.